Доброе время суток, уважаемые моделисты! Сейчас мы будем с вами смотреть видеообзор содержимого новинки от фирмы Восточный Экспресс, пассажирский авиалайнер МД-11. Модель выполнена в 144 масштабе. Любителям шпаклевки, наждачки посвящается. Итак, вот эта новинка самолета, вернее авиалайнера МД-11. Модель выпустила фирма Восточный Экспресс в 144 масштабе. Что ж такое этот МД-11? Трехмоторный турбовентиляторный низкоплан с расположением двух двигателей под крылом и одним над фюзеляжем сзади. Крылья у него стреловидные, однокилевое оперение. Фирма McDonnell Douglas MD-11 – это доработанная версия, если так можно сказать, Douglas DC-10, более мощными двигателями и большими изменениями. Работа над проектом данного самолета начались 30 декабря 1986 года. Так что, в принципе, самолет недостаточно древний, да, если так можно выразиться. Давайте пока посмотрим, что находится внутри коробки. Всем известно, что фирма Восточный Экспресс выпускает модели очень-очень интересные, но очень тяжелые в сборке. Для детей, особенно начинающих моделистов, они как бы противопоказанные, я так думаю. Потому что нужна будет шпаклевка, как я уже говорил, наждачка и так далее. Но любителям гражданки, гражданской авиации, опытным людям, опытным моделистам, это будет только удовольствие. Очень большой самолет, широкий фюзеляж. Уже здесь сочленение данных двух половин фюзеляжа требует работы. Конечно, заусенцы все это надо удалять и смотреть, как это будет. Но по практике, а я модели Восточный Экспресс собирал, по практике как бы скажу, что работа здесь будет нужна и работы будет много. Крыло. Расшивка, слава богу, внутренняя. Это очень-очень радует. Крыло изогнутой формы. Второй литник. Так, лежит сразу пакет со стеклением. Давайте его посмотрим. Стекление довольно неплохое. Как оно сядет на место, сказать не могу. Это, в принципе, самая сложная часть, вот для меня лично. Как раз вот киль. Деталей немного. Хвостовая часть самолета с обтекателем двигателя, киль. Здесь стабилизаторы. Это, я так понимаю, за концов крыла винглеты, да, могу так сказать, да, винглеты, точно. Так, это литник с шасси. Шасси выполнено двумя деталями, что не очень хорошо, придется каждую обрабатывать, либо как-то искать, может быть, замену какими-то дополнениями или резиновыми колесами, если кто-то выпускает, я на своей памяти пока не знаю. Ну, наверное, потому что еще, наверное, новинка, еще фирмы, которые выпускают эти дополнения, они еще не изготовили данные шасси. Так, это у нас интерьер кабины пилотов, стойки шасси. Довольно много мелких деталей. Так, и у нас еще есть с вами третий пакет. Что мы здесь имеем? Так, это у нас днище самолета. Кабина пилотов.
Это что такое, я, честно говоря, не знаю. Надо смотреть. Она перегородка между салоном и пилотами. Это двигатели с обтекателями двигателей. Это пилоны, да, которые двигатели держат. Могу ошибаться. Да, наверное, да. Похоже, да, вот так вот. Вот, пока по литникам все. Инструкция. Здесь она ксерокопия. Не я лично печатал, это так приходит с завода. На первой странице черно-белой инструкции краткое описание прототипа самолета. Содержимое набора. И пошла сборка с кабины пилотов, ну, в принципе, естественно, с двигателей. Крыло, кильц, шасси со стойками шасси. И полная сборка уже на четвертой, как я понимаю, странице. Да, инструкция слабенькая, конечно. Но зато декаль, она впечатляет. Да, декаль впечатляет. Ливрея дана фирма КЛМ, это, по-моему, датская фирма, довольно-таки известная. Могу ошибаться, но данная фирма была в сериале «Остаться в живых», по-моему, как раз этот самолет. Наверное, не это, а это, самолет этой фирмы потерпел крушение, но могу ошибаться, это я навскидку. Что тут интересного? Стекло вы можете поменять на декали, тоже хорошо. У меня такое было, не получилось сделать без ступеньки остекления. Я его зашпаклевал и приклеил остекление декалью. Что интересного? Дальше. Фирма Бегемот. Это на производитель декали. Это очень-очень хорошо. Это очень качественная фирма. Так, здесь показаны варианты. Не вариант, он один. Вариант окраса, соответственно, цвета, которые необходимо использовать при окрасе данного самолета. Ну вот, в принципе, и все. Мое мнение, что цена производителям она завышена. Сейчас стоимость данной модели составляет 2600 рублей. Ну, она такая, она рекомендована, здесь делать ничего нельзя. Если у кого-то есть личные скидки, то, соответственно, цена будет меньше. Артикул данной модели 144-102, фирма «Восточный экспресс», авиалайнер МД-11, приобрести данную модель. Как и модели многих других авиалайнеров, вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами временно прощаюсь, говорю пока, хорошего дня, вечера, утра, хорошего настроения, пока-пока.